Это программа «Антифейк», и мы продолжаем. Интересные новости поступают. Часть из них мы затронули чуть раньше в нашей программе. Сейчас продолжим. «Россия – наш младший брат, за которого мы в ответе», заявил бывший глава СБУ Игорь Смешко. Мы можем посмотреть. Если говорить, кто старший, кто младший брат, то это понятно. Старший брат, который дал государственность, который дал православную веру этим землям, это современные украинцы. Причем, когда вся система Российской империи и Советского Союза начала работать на то, чтобы переписать историю и обесценить украинский народ и нацию. Главное, что убивалось, забиралась история и дворянство. Шляхта практически вся переместилась на территорию Москвы, Санкт-Петербурга. Я нашел 2007 год, Центр стратегических и международных исследований, Вашингтон, из речи, произнесенной Збигневом Бжезинским. Младший брат, спросит кто-то, да Россия младший брат Украины для любого, кто знает историю. То есть это еще за 10 лет до Смешко заявил Бжезинский. Более того, я находил, в общем-то, такие же фразы еще раньше у Кравчука, видимо, тоже у Бжезинского методичку получил. О биографии Смешко стоит упомянуть несколько слов, ведь он работал военным атташе в посольстве Украины в США. Это вот как раз хороший пример русского, который отказался от своей идентичности, от своих традиций, веры. Просто стоит отметить его слова. Говорит он, что старший брат, который дал государственность, который дал православную веру этим землям, это современные украинцы, говорит он. Современные украинцы дали когда-то что-то. Ну, как-то это не бьется. Он это сказал еще в 18 году, а в 19 у них вообще новая вера появилась. Новые современные украинцы появились. Здесь момент какой? Во-первых, украинцев пытаются идентифицировать отдельно от русских. То есть это самоидентичность. Да? Вот, то есть много лет украинцам говорили, вы особенные, вы отдельные. Когда их смогли убедить в собственной идентичности, дальше уже проще говорить, а вот русские нас порабощали, наших предков, голодоморы, там еще что-то и так далее. Поэтому идите и убейте русских. Вот, то есть, отомстите, возьмите свое, верните там, и тому подобное. Скажи, пожалуйста, а вот какую роль вообще СБУ играет в дезинформации и в промывании мозгов украинцам? Мы все привыкли говорить про ЦИПСО, да? Да, вот. Это на слуху всегда. Центры информационно-обследовательских операций, да, они входят в состав сил специальных операций вооруженных сил Украины. Вот, в СБУ, как и в МВД, есть свои подразделения, которые занимаются инфоборством и кибербезопасностью. Вот в СБУ они внутри сегмента называют себя береты. Нужно понимать, что информационно-обследовательские операции – это такие же спецоперации, как и, не знаю, заниматься подрывной работой как непосредственно на территории противника, да, только это вот в сегменте. То есть, во-первых, информационными операциями они также вербуют людей, получают информацию, заставляют людей совершать теракты на других территориях за пределами своей страны, да. В то же время они контролируют свой сегмент. К примеру, они маскируются, допустим, под сотрудников ФСБ и проверяют своих офицеров, кто же поведется на контакт или нет и так далее. Это как и служба и внутренней безопасности информации. Ну, в СБУ в том числе, такие функции да. тоже есть, да. Поэтому СБУ, они этот инструмент, как информационные технологии, информационно-обследовательские операции, они его используют активно и всегда использовали, в принципе, всю свою историю. Поэтому это, в принципе, их направление в том числе. Я думаю, что с этой темой мы разобрались.